Девочки, всем привет! Ассаламу алейкум! Добро пожаловать на мой канал! Как ваши дела? Чем занимаетесь? Как настроение сегодня? Как и обещала, у меня будет для вас новый влог. Сейчас едет моя подруга. Мы с ней пойдем на прогулку, погуляем по торговому центру. Всех детишек брать с собой не буду. Возьму Маряшку, Умара. А Софика с Абдулло поедут с папой по делам. Так что вот такие дела у нас. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши комментарии. Мне очень приятно, вас с каждым днем становится все больше, появляются новенькие девочки. Так что я хочу снимать видео «Вопрос-ответ». Пишите под этим видео ваши вопросики, что вас интересует. В ближайшее время сниму для вас такое видео, потому что тоже в комментариях очень много всяких вопросов. Спрашивают, как меня зовут, сколько детей, вот. Все ваши вопросы, то, что вас интересует, пишите. Я выпишу себе на листочек и сниму для вас отдельное видео. Потому что девочек у вас становится больше. Кто-то не с самого начала смотрит, что-то интересует, спрашивайте. Всем, девочки, приятного просмотра. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь, если не... Приехали в торговый центр Ухтамол с Марьяшкой и Сумаром. Подруга уже приехала, сейчас пойдем их найдем. И пойдем по магазинчикам прогуляемся. Подожди, Марья сейчас проедет. Сейчас сначала зайдем, пойдем на третий этаж. Там подруга. Да, до пиццы нажимай лифт и пойдем. А потом уже по магазину. Вот сейчас поедем. Тоже у нас игровая, раньше было, сейчас все закрыто. Бургеры, все закрыто. Макдональдс вот оставили открытым только Додо пицца. Вот подруга там сидит, сейчас зайдем, чуть что-нибудь перекусим и пойдем уже. Прогуляемся по магазинчикам. Все закрыто, смотрите. Только доставка работает. Додо пицца. Сидим, ждем заказ. Очень долго. 15 минут, наверное, готовят эту пиццу. Тут нам няня, наша подруга, привезла опять всякие сладости детишкам. Оптимельки, пюрешки, киндеры. Софике вот такую куколку. Покажи, Марьяшка, он не отдает. Софике такую невесту, да? Это брелочек. Брелочек повесим на этот. На машину потом? Какую машину? Повесим на этот рюкзачок Софики. Вот тут всякие сладости будут кушать. Умарчик у нас бушует, воюет. Да, Актимель. Ждем, там осталось чуть-чуть. Скоро пока готово, Софики наверное. Нет, я могу с ней поиграть. Пим-пим-пим. На, будешь конфетку? Грызет. Хулиган. Да, красавчик, синяк такой у тебя, а? Все лицо стукнешь, синяк у него. Там стукнешься, да? Открыть тебе? Давай открой. Давай открой. Откроем? 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 Заказали пиццу, сейчас перекусим кофе. И пойдем по магазинчикам. Заколочки. Смотри, какие всякие ананас. Давай какие-нибудь платьишки посмотрим. Смотрим. Тут все по скидке. Разные-разные платьишки. Курточки всякие. Распродажи.
красиво платьишко. Смотрим, надо, который тянется, и не подойдет. Я взяла почти самый большой. Ну куда ты в таком платье пойдешь? Ну с тобой куда-нибудь. Надо какое-нибудь легкое, чтобы было не жарко. Какой сарафанчик. Какой такой платьишко? Ну-ка, приложи. Это. Зашли на третий этаж. Идем в детский мир. Так хочется попить. Нигде воды вообще не продают. Все позакрывали. Вот, знаю, что в детском мире есть водичка там. Идем посмотрим что-нибудь детишкам. Видите, все павильоны все позакрывали. Раньше тут и водичку, и мороженое продавали. А сейчас все закрыто. Я все ищу себе сумочку. В одном месте посмотрела. Вроде понравилось. Сейчас все обойдем. Если ничего больше не найду, то куплю эту сумочку. Умарчик. Умарчик у нас такой капризуля. Сейчас дала ему киндер ломтик. Он все, коляску измазал, себя измазал. Тихо, Умар. Пришлось вести его в туалет отмывать. Тихо. Невозможно с этим ребенком. Зайдем в детский мир. Зайдем в моря. Все для дома. Посмотрим. Всякие цветочки. Смотри, какие красивые. Какие цветочки всякие. Корзинки для дома. Поставь, поставь. Пойдем вот сюда. Все по акции. Это что, щетка? Щепочка. Крошка. Мам, смотри, какая хорошая штука. Это окна чистим. Да. Штучка. Красивая такая. Посуда, смотри, какая. Баночки. А это что? Какие-то контейнеры. Часы. Умарчик, Умар, пойдем, поехали. Что ты хочешь, сладкий? Что я тебе купить? Пойдем игрушку посмотрим. Пойдем. Красота. Подсвечники. Так, смотри, какие кружки. Да, смотри, какая. Дети. Угу. 250 рублей. Тут тоже вот всякие, это что, формочки. Вот смотрите, это нож для пиццы. Как топор и все сделаем. Смотри, бургер пресс. Котлеты делать. Да, прикольно. Смотри, сколько всякого разного есть можно. Мама, смотри, что нашла. Что это? Это вот. Это дождевик там внутри. Если дождь, дождевик. Фольга с принтом. Набор пакетов. Штопор. Вот смотри, какой набор. Набор сервировки. Вот такой деревянной баночки, видишь? Еще 300. Трафаретов. Полотенце тут, прихватки. Это для собак. Игрушка для собак. А вот смотри, прикольно, какие курицы. Девочки, смотрите, какая курица. Это Умару купить. Будет играть. Это для собачки, наверное. Мама, смотри, еще собачья соска для маленьких собачек. Это для кого? Это для повара, наверное. Все, вон, смотри. Все сразу. Все сразу. Для соли, для перца, щипцы, переворачивать. 1000 рублей вилка, набор, да, перчатки. Инструментов для барбекю. Ты на шашлыки поедешь, это ты сразу с собой. Сразу одел. Ручки всякие.
прикольные блокнотики. Вот такие, смотрите. Мальчики какие. Мальчик наш уснул, теперь спокойно можно посмотреть. Только конверты, папки, смотрите, какие красивые. С блестками, 129 рублей. Красота. Мы здесь, Марья. Вот такой пенал. Я здесь. Мама, да. Смотри, какая красивая. Мне на 1 сентября можно. Вот потом поедем к школе покупать. Выберешь себе. Вот смотри, какие красивые. Смотри, вот, мама, смотри. Смотри, какие блокнотики. Эти нити, пеналы красивые. Резиновая радуга. Мам, смотри, все есть тут. Классно. Это что такое? Это фломастеры. Маркеры. Всякие сладости. 99 рублей. Такие даже череп, сердечки. Губы, леденец. Что ты там? Смотри. Нашла? Это что? Ручка такая? Да. Можно напугать на глаз. Ух. Да. Вот выбираем сумочку. А черненькая, вот мне вот это больше нравится. Все, обошли, нигде нет. Сейчас они еще ее отстегнут, я еще посмотрю. Вот такой на лето. Весь, ну, ну, померить надо, да. Это побольше. Чемодан. Это большая, да. Да. Это вот кто там на работу куда-то. Это нормально, потому что у тебя надо там салфетки поставить, там то, тебе это тоже. Вот такие еще есть. Но мне вот там нравится. Такая есть. Умочка. Девочки, мы уже вернулись домой, погуляли, отдохнули по магазинам. Потом посидели на улице, на скамейках, покушали мороженого. И покажу то, что я купила. Как и говорила, я хотела купить сумочку. Все-таки я ее взяла. Вы ее там видели на видео. Вот такой фирмы. Томас Мунс. Обувь и аксессуары. Там была распродажа, 70% скидка. И все-таки я ее купила. Обошла все. Таких сумочек. Ну, были там они цветные, вот такие. Ну, мне вот эта сумочка понравилась очень. Там была в черном цвете, и вот такая она, как серенькая. Так она мне понравилась, и я ее купила. Тут вот такое вот отделение. Одно большое. Такое. И тут вот есть вот такой карманчик. И вот тут карманчик есть. Тут еще какие-то вот книжечка. Томас Мунс. Вот такая сумочка. Давно хотела купить. И вот, наконец-то, купила. Это я себе взяла на лето. Она такая маленькая. Телефон, кошелечек, салфеточки и все, больше ничего. Так что вот, девочки, вот такую сумочку я себе купила. Я очень рада, что ее купила. Нисколько не пожалела. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, если понравилось вам это видео. До новых встреч. Всем ассаламу алейкум. Всем пока-пока.